Я сейчас буду камеру туда-сюда крутить, ребят. Ну, я думаю, что ничего страшного. Ведь вы же понимаете, что я не блогер. Поэтому у меня блогерских штучек все равно их нет. Как ни крути. Так, смотрите. Сейчас мы будем разбирать свое лицо. Вот это лицо, да. Ой, как-то я большие глаза. Ну, неважно. Вот это вот глаза наши. Брови. Это нос, да, как он правильно рисуется-то? Так. Это губы. Так, а теперь, ребят, мы с вами найдем. Сейчас я покажу сразу же другим. Вот эти вот точки. Они чуть ниже бровей и выше глаз. Вот эти вот точки. Находим у себя. Вот смотрите, бровки вот чуть ниже бровей, но не опускаемся в сами глаза. А вот здесь вот они. Вот этой переносице. И сильно на них нажимаем. Есть боль. У вас тут вот прям вот в этой вот они прям как на черепушке находятся. Вот если не бойтесь нажимать, не бойтесь, ребят, нажимать. Прямо жмите, чтобы почувствовать, есть ли боль. Это не поглаживание должны быть. Это должна быть проработка вот этих вот точек. Есть боль? Вот прямо чувствуете? Вот прям глубоко. Вот видите, как я надавила? Сильно. Это наши точки страха. Что за точки страха? Эти точки страха могут быть хоть какие. То есть этот страх может быть любым. Эта точка страха, это, например, я не соответствую себе. Я не додала кому-то. Я боюсь остаться инвалидом. Я боюсь не заработать. Я боюсь быть нелюбимой. Я боюсь быть толстой, худой. Там еще что-то. Абсолютно неважно. Любой страх, который в вас заложен, он вот здесь вот. Он прям вот здесь вот. Но, девочки, сразу же скажу, что кто делал какие-либо укольчики, они могут быть атрофированы. Вот эти вот точки. И как только вы поймете, какие у вас вот эти вот точки страха, мы завтра будем разбирать вот эту вот звезду. Звезду нашей всей системы внутренних и внешних органов. Это база. Возможно, она растянется на 2 дня, но это не важно. Где мы будем все прорабатывать. И вот эта вот точка страха, что чего вы боитесь, почему вы этого боитесь, зачем вам это, в каких вы социальных программах,